Давай, это же сразу психология, ты же понимаешь, что спорт это дело такое. Это не сразу мотивирует соперника, да? 11-7, все ближе и ближе, победа. Я начинаю чувствовать себя уже уверенно, прыгаю по карте. Даня, что происходит? А у нас зарождение команды Белгородской по КС, одной из самых жестких будущих. Когда на сцену на каком-нибудь мейджоре выйдет эта команда и будет сражаться в финале с Нави. Это же мечта, да? Конечно. Вот, парнишка Саша, да? Да. Пришел сегодня познакомиться. Очень жесткий у нас парень в Белгороде. Ну, говорит, по крайней мере, мы это не знаем. По КС-ке. Играешь на корт 2-2, 70 FPS. И какое место фейсите? Ну, 60-тысячное место. То есть это, ну так скажем, играть надо уметь. Поэтому сейчас я парень простой. Какое у тебя место? Никакого, абсолютно. Вот. И ранг у меня, наверное, сильвер какой-нибудь дешевый. Но я дергаться умею. Поэтому сейчас мы зайдем и срубимся. У нас такое короткое знакомство. Вот Саша очень выявил большое желание познакомиться. То есть ты будешь команду бомбить, да? Собирать, да, или а как? А то, конечно, что-нибудь подумаем. Все, ок. Подступим, 9-го поколения 3-й, 10-60-я видюшка, я СД-шку не писал. Так что спокойно заходи. Я думаю... 16 свободно, нормально, отлично. Офис 7-й, наверное, ставь, Ванек. Чтобы места много не занимало. Поэтому, Сань, давай команду как-то что добавляться. Ну, можно через Steam добавиться. Так, заявки на друзья, добавить. Код друга скажи просто свой. Код друга сейчас скажу. Это сейчас будет тест системы. Вообще, по заявкам меня должны сейчас уработать в нули, но я буду сопротивляться. Иван, расскажи, как ты будешь тренировать эту команду? О, они у меня будут качаться с утра до ночи. Причем сначала физическое движение, да, потом уже остальные. За это, да? Да. Ну, сколько? Там какая-то разминочка небольшая есть. Сколько ты парню даешь времени? Да сколько угодно. Ну как сколько угодно. Там 3 минуты разминка. Я думаю, парню, чтобы сделать человека, который крутит компьютеры, кресочку. Но я талантливый. И я эмоционально еще могу очень сильно. Так что мне кажется, сейчас это будет битва. Ну уже такая, смотри. Видишь, как сидят профессиональные игроки. Ни хрена себе. Ну так, уже подготовочка, руки протирают. Не конечно, кажется. Он 31 дюйм, у меня всего 22. Мне кажется, он тебя сейчас сделает. Все возможно. Не, ну я буду играть. Так все, это официальный отбор в твою команду? Ну да. Ребят, будешь звать каких? А то у нас есть, кстати, очень много. Мы проводили турнирчики, есть действительно крутые ребята, которые... А у них даже, типа, есть наподобие белгородской команды что-то. Как вы думаете, какие результаты будут? Сложно сказать, сложно. Но я все-таки на Даню поставлю. Нифига себе. Да. Я люблю рисковать. Ты любишь Даню? Это рискованно, да, учитывая звание нашего соперника. Ждем, да? Да. А, ну если что, ты можешь попробовать меня. Давай попробуй ты, наверное, меня. Если запуск мира. Да, ты меня, да. Добавь. Так, а у парня там мы тестируем как раз вот на вчерашней сборочке, которая новая, да? Да. Это, кстати, вообще оптимальные аппаратики для того, чтобы порубиться. 9-е поколение 3-го, 16 оперы, 1060 ведло, SSD-шечка стоит. Вот как раз вот на такие игровые аппараты можно прям круг все ставить и проводить турниры на них. Отлично все будет вытягивать. Всемирная элита. Всемирная элита. Побед. 528. Ты что, всю жизнь играешь, что ли? Нет. Ладно, нет, там чтобы... Это я много 528? 800 с чем? 800, это надо полжизни там рубить. Это только на одном аккаунте 2000 часов. Это много, да? Щит, у меня сломался калькулятор. Что, разминочка, минутка еще? Ну, да, еще минутка. Где ящик причем? Да. Стрим.
Это... Даня, можешь комментировать, как раз раздражать будешь. Стрим ты мощный. Да, у нас, конечно, у Санька, он должен сейчас прыгнуть, учитывая то, что он играл до этого на Core 2 Duo, и сейчас он 31-дюймовый мониторчик с клавиатурой, с мышкой и мощный комп. Это, конечно, будет непросто. Но, опять же, у человека, у которого столько 46. 1-0. Александр вырывается вперед. Ну что же, пока ни одного очка не отдает. В этот момент у команды Na'Vi яйца сжимаются. Стрельба-то вообще не на уровне. Ни капли. Давай посмотрим, что там происходит. Это сейчас... Минус 68, да, 3-0, Александр. Сколько еще по времени или по... Тут до 16. Ну что же, размочил счет Даня. 1-3. Залетело хорошо. Минус 182. Выжил Александр. Вот именно что выжил. Золотоненького, да. 4-2. Минус 76, да. 5-2. Иди сюда. По 5. Сравняли счет. Может ли команда хэппи-писи вырваться вперед? Ой-ой-ой, хорошо залетело в голову. Ой-ой-ой. Попал ты, да? Минус 40 все-таки было. 6-5, Александр. Залетит ли пуля? Отлично, залетела. По 6. А каточка-то, однако, потная, как бы вылетались все. Вот так мы тестируем компьютер. Хорошо, выцелил. 7-6. Александр наяривает. Но мы быстро отыгрываем это преимущество по 7. Да, как не тихо, тихо играть. Я 800 на 600 играю всегда. Тут разрешение, сколько здесь разрешение? Первую полфлешдишка обычно. Первую половину все-таки Иван, ваша ставка пока играет 8-7. Отлично. Может, буду богат. Зак и Березки поменяли сырья за КТ. Вырываемся в лидеры. 9-7 Даня наяривает. 11-9. Есть контакт. Не хочет, однако, дезморалить. Сань, может, ты сдашься уже? Давай. Ты же сдавайся, возьмем в команду, да? По-моему, он усилил, да. 11-10, что же, преимущество тает мне на глаза, которое я заслужил потом и кровью. Ты же понял, да, чтобы попасть в команду, надо проиграть. Что? По 11, нормально. Ёшкин год, как хорошо залетел-то. Минус 68. Не дожал! Мой полтос уходит на глаза. 11-12. Да сколько не осталось, а, Саня? Когда ты сдохнешь уже? Сейчас уже. Сколько? 99! Какой рай! Я думаю, сколько я в тебя уже засадил? Кровище по всему этому. 99, 14-12. Давай, Даня, надо отстоять мастерскую.
Есть! Важный раунд. 14-13. Наш не сдаются просто так. Это матчпоинт. Это матчпоинт у Александра. И он, кажется, знает. Мы нам тут обеды поприносили. Где я сижу? Ага. Залетело. 16-14 побеждает Александр. Уходит сегодня победителем с нашей каточки. Это было близко. Но уровень, несмотря на то, что человек играл впервые за этим компом, за этим сетапом на 30-м мониторчике, сегодня, к сожалению, лузером был я. Возможно, это было начало чего-то грандиозное. А может было это просто каточка на 16-14. Кто узнает, чем это все дело закончится. Ну, спасибо, что посмотрели. Саня, приятно было с тобой познакомиться. Нам еще расти. Вот. И увидимся в будущем. Пока-пока.